Привет, YouTube. Пора полакомиться, я бы сказал даже. Если чашка стоит, значит мы замышляем с тобой, злодеи такие, что-то снова слопать. Ну, из названия, вероятнее всего, ты уже знаешь, что там спойлеры, наверное. Вот эти божественные звуки может издавать только... Да, я признаю это. Вредная еда. Именная причем. Макс, видишь, мои именные чипсы сделали. Опять врете. Да вру, конечно, какие мы именные. Куриные крылышки барбекю. Суперрифленые. Суперрифление. Макс. Лейс. Вася, я тоже хочу лейс, помнишь? А? Я мигом. Привет, Макс. Пишет нам. Пока голод. Да, Макс, если пришел, то голод ушел. Супер эфлиния, насыщенный вкус, попробовать другие укусы. 520 килокалорий. Понимаешь, насколько это вредно? Но дело в том, что чем вкуснее, тем вреднее. И все вредное вкусно, и все вкусное вредно. Не верю. Давай откроем. Откроем мы ножницами и аккуратно откроем. Ну, такими ножницами, правда, ножницы, конечно, о, реально, блин, они какие-то Uber это. Во какие. Вот такенные. Блин, смотри, они какие кривые все, ё-моё. Похоже на шифер. Чипса шиферная. Да, пахнет ребрышками, крылышками, барбекюшными, прям вот прям реально пахнет. Всем, кто кушает полезного, аппетит обязательно, на этот раз очень актуально. Они очень жирные, прям на руках масло остается. Безумно вкусно, кисло-сладенькие, с кисло-сладким соусом. Оторваться невыносимо. Обрати внимание, их как будто поджаривали прям. Вот краешки, смотри какие. Чувствуется дымок. Соус. Вот прям соус барбекю, прикинь. Как эти злодеи все это делают, я не знаю. Тут кто любит читать, можешь поизучать, поставить на паузу и посмотреть, что тут еще написано. Ну, очень вкусно, конечно. Но они такие тверденькие. Надо прям прикладывать усилия, чтобы жевать их. Купил бы я снова их, однозначно да. Тут, видимо, весь состав. Но на буржуйском языке почему-то, для какой-то цели, чтобы мы, наверное, не поняли с тобой. Вот такая тема. Тут, видишь, даже ножки нарисованы. Очень красиво, все аппетитно. Ты в курсе вообще, что есть фуд-маркетологи? И фуд-дизайнеры, и фуд-художники. Многие вещи, которые мы видим на картинках, они не настоящие, они нарисованные. Слепленные и прочее, они могут быть восковые, пластиковые, покрашенные. То есть, чтобы у нас аппетит возник, гамбургеры и прочее, это все пластиковое, поэтому идеальное. Все, вот здесь съедаем и все. Ну, компания Лейс. Компания старая довольно. И должен обратить твое внимание, что они очень сытные. Ибо жирные, видать.
Вот как будто перекусил прям. Вот эти... Чай съел и прям поел. Вот прикинь. Перебивает аппетит знатно прям. Но в то же время и калорий несет неимоверное количество. По килоджоулям тут 290 по килоджоулям. Но энергия тоже есть. Ну и все. Имею в виду, Макс. Привет, Макс. Макс, запикай. Пока голод. Макс. Написано, да? Два раза. О, и QR-код, конечно, обязательно, блин. Масоны, привет. Здрасте. Ну все, пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, слезки, здоровья всем. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.